20 лет, а Лёха просто взял за 3 года поправил жизнь и закатал их так, что просто превзошёл всех остальных. За это мы и почти родоначальников Freestyle Motocross в России. Друзья, что так тихо? Дайте зарядите вашими алмазами. Я уверен, что гонки питаются бензином. Парни питаются вашими аплодисментами. Ну-ка, Москва, взорвем FMH-13! Именно так пробивайте аплодисментами. И я не уверен, что вы решаете то, что происходит на площадке. Вы задаете энергетику.